Белая.ру. Пишет Евгений, 8 лет. 29-я средняя школа, город Смоленск. Валентин Дмитриевич Берестов, знакомый. Сегодня вышел я из дома. Пушистый снег лежит кругом. Лежу, навстречу мой знакомый лежит по снегу босиком. И он моей радости не прячет. Мы неразлучные друзья. Бежим и прыгаем и скачем. И он и я, и он и я. Объятия, шутки, разговоры. Ну как живешь? Ну как дела? Вдруг видим горшкой забора. Как тень на цыпочках прошла. Побудь со мной еще немного, но я его не удержал. Гав-гав, сказал знакомый строго. Махнул хвостом и убежал. Все.